В отдел полиции номер 2 МОМВД Оренбургская обратился 34-летний житель Оренбургского района с заявлением о хищении у него мясной продукции, которая была похищена из прицепа его автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность совершившего данное деяние гражданина, которым оказался 43-летний житель города Оренбурга. Данный гражданин был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2. В настоящее время идет предварительное следствие. За данное совершенное деяние предусмотрено максимальный срок наказания до 5 лет.